Документы для участия в предварительном голосовании в региональный оргкомитет подал депутат Московской областной думы, член фракции «Единой России» Вячеслав Фомичев. Он планирует представлять интересы жителей городских округов Балашиха, Реутов и Мытищи в Государственной думе Федерального собрания 8-го созыва. Сохранить исторические ценности – одно из приоритетных направлений для Вячеслава Фомичева. Так как я занимаюсь воспитательной работой среди молодежи, у меня военно-технический музей – и восстанавливаю старинные дома, усадьбы, то вижу, какие сейчас проблемы существуют. И, конечно, в надежде, что я, будучи депутатом Государственной Думы, буду делать все возможное, чтобы решить, потому что это наше наследие, без прошлого нет нашего будущего. Прием документов продлится до 29 апреля. Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. Напомним, оно будет электронным с подтверждением личности пользователя через портал госуслуг. Также 30 мая в Московской области праймерис пройдет и в традиционной форме. По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России». Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.